предлагаю. Одобряете ли вы, вопрос первый, чтобы так звучал. Одобряете ли вы курс внешнеполитического вектора развития Республики Молдова, направленный на вступление, к примеру, в таможенный союз Евразес, Россия, Белоруссия, Казахстан? Варианты ответа. Да, нет? Второе будет то же самое. Одобряете ли вы курс внешнеполитического вектора развития Республики Молдова, направленный на вступление в Европейский Союз? Варианты ответа. Да, нет? Спасибо. Кто за поименное голосование, прошу поднять руки. Кто против? Воздержался? Принято. Арнаут Иван Николаевич. Гайдаже не появился. Динжос Александр Петрович. Да. Так, Раджинет. Карасини Демьян Николаевич. За. Константинов Дмитрий Георгиевич. За. Арманжи Николай Николаевич. За. Топал Анатолий Афанасьевич. За. Значит, то же самое получилось. 29 голосовали. За. 28. Один воздержался. Значит, принято.